Организаторы подпольного казино в Киржаче предстанут перед судом. Четверо жителей Владимирской и один Московской области обвиняются в проведении азартных игр. По версии следствия, в августе 2019 года в нежилом помещении злоумышленники организовали подпольный игорный клуб. Он тщательно конспирировался под заброшенное здание с заколоченными окнами. Незаконный бизнес просуществовал по апрель 2021-го, пока казино не накрыли правоохранители. Следователь СК России совместно с сотрудниками ФСБ по Владимирской области в ходе проведенных обысков изъято 19 единиц игорного оборудования и денежных средств, полученных от незаконной деятельности. В момент обнаружения незаконного бизнеса и в игорном зале находился администратор, охранник и один из любителей азартных игр. На допросах обвиняемые дали признательные показания. Уголовное дело будет рассматривать Киржачский райсуд.